Привет, мои родные! Сегодня мы поговорим о 12-м заключительном отличии ведической астрологии от западной. Ведическая астрология была дана просветленными мудрецами для того, чтобы мы с вами понимали, где находимся и что же нам с этим делать. Западная астрология — это только урывки, отдельные урывки знаний. Западная астрология ставит в центр всей астрологии личные выгоды, амбиции и желания. Ведическая астрология ставит в круг Бога, любовь, Вселенную. Вот и все.